Так, мы идем в подъезд. Сейчас будем испытывать в лифте, потому что в лифте нету никаких излучателей. Лифт — это сетка Фарадея. Сейчас мы туда зайдем. Потому что земля. О, есть. Все. Обе лампочки горят. Так, проверяем. Сережа держит провод, знаешь, что там электричества нет, потому что он живой. Всем привет, с вами Unreal. И сегодня мы посмотрим бесплатное электричество из земли. Маленькая коробочка Тесла, которая дает и производит свободную энергию и бесплатное электричество. С вами Рафаэль Unreal. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Обязательно распространяйте это видео, и сегодня вы увидите нечто шокирующее. Генератор, который вырабатывает электричество из земли. Маленькая коробочка. Генератор Тесла. Ну что, друзья, надеюсь, что вы поставили лайк и подписались, а также сделали репост. А сейчас мы будем смотреть на эту установку. И самое главное, друзья, что она действительно существует. Ссылку на оригинал вы сможете найти, как всегда, в описании к видео. Самое интересное, друзья, что видео начинается достаточно просто, что куча ребят, куча изобретателей, да, собрались вместе на кухне и смотрят на некую установку, которая у них там лежит. Они все навеселе, и предполагается, что эта установка должна работать. Они подключают заземление, вот сейчас мы можем наблюдать. И далее установка у нас добывает энергию из земли, где мы после подключаем две лампочки. Максимальная нагрузка в этой установке, по-моему, была где-то 20 ватт. Но самое интересное, что потом они отправляются в лифт для того, чтобы исключить всевозможные излучения, радио и прочие волны. То есть исключена энергия извне и подключается только к заземлению, к самой металлической коробке лифта. Да. Проходи. Так, Сережа проверяет заземление. Нет, ну труба и труба, ничего тут удивительного нет. Труба все-таки. Конечно. Все, давай тогда сейчас проверим, короче, провод у нас от этой хреновины идет. Сюда, сюда, сюда. Еще раз показываю. Здесь ничего не обрывается. Ну давай, подключай. Вот, давай. То есть заземление. Земля. А давай сначала вот так. Поставь вообще вниз, вот, на любую, короче. Или на пол можешь поставить, в принципе. Давай на пол лучше, да. Это будет нагляднее. Вот, подключай землю. Это труба у нас, то есть провод идет. Ничего не переключил. Батарейки. Где батарейки? Вообще 18 вольт. Врубай, нет, там уже. Запускаем. Что такое? Сережа пришел. Сережа. Что за херня? В общем, короче, мы идем проверять заземление. Как все подключено? Нет. Так, только не бьет, все нормально, нет? Нет. Давай. Ну, это как бы счетчики, они не подключены. Ну, провода торчат. Такие прикольные счетчики. Да, у меня такие. Так, провод идет. Так, идем. Вот здесь Олег уже стоит. И приходим. Да, вот провод, давай его потрогаем. Только не бьет. Только не бьет. Прибор, короче, давай еще раз. Открой его. Покажу, что там ничего, никаких батареек нету. Катушки. Пустые. Под стулом ничего нету. Под стулом, понятное дело, ничего нет, потому что было на столе до этого. Ну давай, запускай. Нет. Запускай шайтан машину. Да, давай. Все, давай. Специально снимаем, так что. Включаем землю. Берем две батарейки. Так. Я включился. Ура. Шайтан машина заработал. Лампочка. Давай. Врубай лампочку. Раз. Да, лампочка настоящая. Два лампочки. 8 ватт. Какой 8? Какие-то лампочки по 4 ватта видел. Вон коробка лежит от лампочек. Сколько? 6 ватт лампочек, 220 вольт. 20 ватт. А тебе никто не сказал, что 500 ватт запустим? Лампа накаливания 95 ватт. Нет, это накаливание. Не, можно работать 15 ватт лампа. Ну, 15 ватт давай. Не, у нас вообще 1 киловатт. Мы покажем технологии, не 500 ватт, ни киловатт, ни гигаватт, ни мегаватт, ничего. Не, на самом деле у нас перекалывание даже. Нет, тут не будет сейчас этого, потому что... Вопрос. Все употребляется. Выключаем автоматы. Давай, выключай автоматы, да. Все, выключили автоматы. Так, я включаю свет сейчас тогда. Где пока? Так, все, выключили свет. Выключил. Да. Все, прибор работает. Так,
Пока? Да, все работает. Пока. Ну, да, короче, батареек нету, Сереги, понимаешь, да? То есть источника излучения нету никакого, да, вроде как? Нет, дело в том, что на него когда... Все, здесь выключено. Смотри, давай поднимем еще раз. Че, лампочка эта мутная. Смотри, вот поднимаем прибор еще раз. Вот. Да, ничего нигде нету. Аккуратно, не забыл лампочку. Все, вот он. Все чисто. Частота была 87,4, сегодня 75,0 под Москвой. Частоту весь перебили мы. Вчера здесь земля 750, точнее. Да. Вот она. Сколько? Что скажешь? 750 кГц. А вчера в Питере было 874. Включаемся? Включаем. Включаемся. Давайте, запускаемся нагрузкой. То есть уже включена в розетку лампочка. Так, еще раз всем покажу, что там пусто. Нет никаких... Короче, это просто канализационные трубы. С обмоткой. Все. Давай по-другому еще покажу телефон. Заряжаем телефон. Вот мобильный телефон. Ну и просто стандартная зарядка. Стандартная зарядка вот стандартного телефона. Так, а где? Сейчас так наглядно видно было. Подключай телефон. Вот так. Что-то ножи болтается. Да, возьмем не смог такой пункт. Да он положи куда-нибудь на стол просто. Что-нибудь мерить будешь смотреть? Да нет, ничего. Так понятно. Это я уже выяснил. Это множитель, я так понял. Какой-то там. Это преобразователь, судя по всему. А здесь живет. Катушки. Да, какой-то транзистор. С конденсатором. Ну, да, это транзистор. К78-2. Мы ищем батарейку или технологию? Нет, я просто смотрю, из чего это сделано. Зачем батарейка? Батарейка это неинтересно. С батарейкой любой. Технологии мы не знаем. В принципе, интересно узнать принцип. Я специально подготовил принцип. Потому что ребятам станы. Итак, все понятно. Да, пусть горит, короче, то есть посмотрим. Да. Короче говоря, значит, так, короче. Есть некая коробка. Проводок. Показываю, что горит. Идем. Так, Малыш, ты бегаешь, немножко нам мешаешь. Так. Труба. То есть просто труба. По классике. Посмотрим, что будет, да? У нас 4 батарейки и 4 часа, наверное, будет, да? Вот, да. Банки, тюмы, это само, все мы затрачиваем, они у нас экспериментируют. Вторую можно, да, любую, как бы, самое из них. Нет, то есть пока показываю принцип работы. Да, вот смотрим. Лампочки горят. 37,7, она 37,6. Я не уже нагрелась. Так, полностью для нас. То есть вот коробка, у нее in и out есть. Out у нас заряжаемый конденсатор, который мы будем заряжать от него. Переливать, он пустой. Покажи, да, я сейчас еще раз покажу. Там сейчас закрою. Все, и переливай. Ничего нет. А это у нас полный. Соответственно, мы полный возьмем и его на счет раз, и это самое подключим. И перелив, пожалуйста. Перелив. Сколько вольт было? 37,6. Я говорю, что температура больного человека 37,6. Вот, смотрим, что у нас теперь получилось. Значит, на этом конденсаторе у нас 23,8, 23,7, да? А на втором конденсаторе у нас 21,2. Суммируем, сколько получается калькулятор, да? 4,6. 44,6. Из 36 стало 44,5. Это один уже принцип работает этот прибор. Это один только. По этому же принципу работает. Бери. Даю в мир. Так, мы решили эксперимент дома не заканчивать. Сейчас пойдем в лифт вот, и покажем, короче, как это работает в сетке Фарадея. Потому что есть вероятность, что прибор берет частоту какой-то радиостанции вот, и преобразует ее в энергию. Чтобы этого не было, короче, мы сейчас в сетку Фарадея запихнемся, да, и все, не будет, ничего не будет там. Свет выключали в доме. Да, свет, мы светом выключали, это никак не влияет на радиостанцию, поверь мне. Ты же не выключаешь? Так, мы идем в подъезд. Сейчас будем испытывать в лифте, потому что в лифте нету никаких излучателей. Лифт — это сетка Фарадея. И сейчас мы туда зайдем. Да? Я не знаю, где земля есть у него. Да, это все земля, блин, ты что? Если бы лифте не было бы земли, конечно, он драхнул бы там. Да вот здесь кнопочку держишь, отмену. Нет, его надо закрыть как раз. Даже люди вызывают лифт. Ну и что? Второй есть лифт. Землю подключил. Ничего страшного, это я сделал. Нет, подожди, нет, подожди. Нет земли. Нет, не может такого обычно нет. Покрепче. А теперь попробуем. Нет, подожди, закрывай дверь, закрываем. Дверь, закрываем. Загасим. Закрываем дверь, закрываем. Дверь закрываем. Да. Запускаем еще раз. Давай. Запускаем. Запускаем. Просто контакт был хреновый. Вот. Так, рабочий работает. Давай лампочку такая. Вторую. Вторую такая. Вот такую. Ага, контакт опять потом, что ли? Контакт. Прикажи землю. Опять лифт открылся. Так, сейчас. Может быть, он просто две не тянет? Сторону. Попробуем, да, сейчас закроется сейчас. Да не, можно запустить сейчас, в чем проблема. Запускай, мы уже проверили, что он работает без этой, да, без двери. Да, держи лампочку. Держи. Да. Нет, две не тянет. Не тянет. Потому что земля хрен. О, есть. Все. Обе лампочки горят. Так, проверяем. Серёжа держит провод, знаешь, там электричества нет, потому что он живой. Так, ну все. 14 этаж. То есть получается исключены какие-то излучатели, потому что это Бог говорит, квадратный залет. Даже телефон здесь даже не берет вообще на самом деле. Я излучаю. Телефон не ловит здесь, да, абсолютно. Ну что, там железо, телефон. Стоять, все по-прежнему.
Никаких кабинетов хреново. Я хотел просто ничего снимать. Может, розетку разобрать? Ну, тут уже, в принципе, вкручивали туда лампочку, что-то понятно. Короче, вот и проводочек. Никаких розеток нет. 16-й этаж. Шайтан машина заработала, ура. Слушай, ну она, конечно, вот этот эксперимент. Вот я говорю, шла модернизация на сегодняшний день, вот этот прибор, 4 дня модернизации. Ребят, сам посмотрел, сам проверил, сам убедился, короче. Так что... Хорошо, положи пластинку в место. Обмана нет. Это уже хорошо. Это радует. Гуляем по улице фонариком. Нажимаем. Все. Повторяем под нагрузкой. Тут и самое системное. Все. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте писать комментарии и делиться этим видео. И, возможно, еще скоро мы увидим много подобных технологий. До скорых встреч. Пока-пока.